Я хорошо выгляжу. Бульлок Аена. Привет. С вами Аен и его Бульлок. Я со своей семьей. Прошло уже пару лет с тех пор, как я ехал куда-то с семьей. Мы тут, в Йосу. И я вернулся с очередным бульлогом. Я буду весело проводить время. Окей, я сейчас в бассейне. Я так стесняюсь записывать тут видео. Мам, я так смущен. Чего тут стыдиться? Стоит ли нам пойти в этот бассейн? Я думаю, мы можем туда пойти. Там очень холодно, да? Не настолько, не настолько. Мои волосы путаются. Продюсер дня. Продюсер дня. Хён. Я тут, в Йосу. Я наслаждаюсь ночным морем в Йосу. Ты должен задавать мне вопросы, как интервьюер. Вопрос, что ты ел? Тут? Я ел гиджанг. Я съел 1,5 миски риса. Больше нет вопросов в Йосу. Йосу. Давай придумаем акростих. Окей. Йо. Йосу. Су. Среда. Снято, снято, снято. Очень ветрено. Они там запускают фейерверк. Где? Там. Ты прав. Что это? Это так круто. На что ты уставился? Ты теперь продюсер? Ага. Ты продюсер? Я не знаю. Как думаешь, сможешь это сделать? Нет, я не собираюсь этого делать. Тогда задай мне вопрос. У меня его нет. Нет? Что ты будешь делать завтра? Завтра? Радоваться? Веселиться? Где возвращается обратно? Там? Я здесь, чтобы покататься на канатной дороге. Не включай музыку, на нее будут заявлены авторские права. А, точно. Правда? Да, это авторские права. Круто! Так круто выглядит. Очень круто. Невероятно. Прекрасно. Вчера я купил Гандам в магазине. Так что я собираюсь собрать его. Я хотел сделать это вчера. Но я заснул после ужина. Прошло много времени с тех пор, как я собирал один из них. Ли Чунхо такой красивый. Очень красивый. Ты хочешь сказать, что это будет навсегда записано в этом влоге? Ли Чунхо все еще в JYP, верно? Да, верно. Это тот, который сделал твой старший брат. Где тот, который сделал Юн? Юн сказал, что клеить наклейки было тяжело. Очень мило. Ты сделал это? Я должен был наклеить наклейки во время сборки. Я буду вести себя как хороший ребенок. Мам!
Мне нужно сказать им, чтобы они отредактировали эту часть. Я хотел очень много снимать, когда я был в Йосу. Но я забыл, потому что я гулял со своей семьей. В этом вся проблема. Все будет хорошо, да? Мне нужно умыться. Я сейчас буду умываться. Хорошо. А? Кто там? Это я. Макне? Нет, второй ребенок. Второй сын. Я так страшно выгляжу сейчас. Я вернусь к вам после душа. Я вернулся. Мои волосы очень длинные, поэтому они не высушатся. Мама приготовила еду в честь моего дня рождения. Рис с куркумой? Давайте попробуем мою праздничную еду. Угощайся, Чунин. Чунин, попробуй это. Выглядит вкусно. Это так вкусно. Этот суп поможет очистить желудок. Пустые. Клубника выглядит как-то так. Покажи им. Что это? Как у клубники может быть такая форма? Я специально отдал ее тебе. Еще не мой день рождения. Но я не смогу отпраздновать его вместе с семьей. Так что заранее. Юн, спой с днем рождения. Я не буду петь. Почему нет? С днем рождения, наш дорогой сыночек. Сын, с днем рождения тебя. Мне задуть свечи? Поздравляю. За перевод благодарим Stray Kids Inform. Озвучила Айка. Спасибо за просмотр.